Сколько у вас зараженных, а что делают власти, как настроены люди? Журналисты со всей России продолжают рассказывать в эфире «Алмазного края» о ситуации с мест. Якутск, Благовещенск, Новый Уренгой и Южно-Сахалинск уже это сделали. Сегодня слово коллеге из Санкт-Петербурга Тимуру Мамонову. Коллеги, приветствуем. Петербург стал одним из первых российских городов, где были зарегистрированы подтвержденные случаи COVID, поэтому режим самоизоляции и карантинные меры, введенные в апреле месяце, населением были восприняты достаточно серьезно, и месяц назад город был в буквальном смысле пустой. Но чем дольше длился режим самоизоляции, тем больше людей появлялось на улицах. На сегодня в городе более 12 тысяч подтвержденных случаев заражения, из них 2500 людей уже выздоровели. С 12 мая были введены дополнительные ограничения. Теперь в общественных местах, в том числе и на улицах, нельзя появляться без маски и перчаток. В магазинах, к примеру, вас без маски попросту не обслужат. Но, как вы видите, на улицах это правило соблюдается далеко не всеми. Такие новости из Петербурга. Берегите себя и будьте здоровы!